Всем привет! Приехали на дачу. И сейчас я иду одевать перчатки, будем красить забор. Ну ладно, включу уже когда один. Одну я одела, другую не буду, я снимаю. Не видите, красить. У нас сейчас полили класс. Все, подхожу из забора. У нас вторая дача. Сейчас... Одну уже докрасили. Ну, вот так вот она вышла. А было голубое. Неудобно было снимать. Сейчас я эту сторону докрашу. Даже перчатка почти не замозна. У нас уже полив заканчивается. Ну, еще там у соседей. На печи. У нас уже слабый напор. Еще сидел богомол, но он куда-то убежал. Сегодня у нас суббота. Мы приехали еще вчера вечером. Где-то мы 8 приехали. Ну, сегодня уже стали забор красим, полил. Вообще, может быть, поедем на рыбалку. А, и вчера мы приехали так поздно. Моя бабушка была на работе. А еще я была на конюшне. Мне надо было на 4 ехать. Пока еще в магазин приехали. Ну, в общем... Вот это еще стол принял красить. Все, мы вчера нам тренер сказала, можно купить какую-то штуку за 3000. И будет 8 тренировок в месяц, ты приезжаешь 2 раза в неделю. То мы и купим, и 7 числа уже буду ехать туда. На тренировку, там все какое-то. Чаще есть краска. Да, так и красить.
краски просто мало, все осталось, а то его не хочу тратить на другую сторону, чтобы еще хватило. Если не хватит, то купим. Ладно. Ну, у меня просто мама спрашивала, что ты хочешь на Новый год. А я, наверное, хочу или брижи, конюшню, или же краги. Типа есть. Ну, даже не сапоги, ботинки. Я знаю, они не такие, но все равно они похожи. Просто других не было. Резинкой. Ну, подошва там, каблук 2 сантиметра, красота. Мне все равно не каменная, просто такая кожзам, наверное, или резина, что тянется. Ну, там где типа вот тут сгиб. Домой, когда мы завтра будем ехать, то морковки нарвать. Сегодня 30-е. Через 8 дней на 8-е опять на конюшню. Уже все высчитываю. Як на конюшню не висчитувати, ну це ж як подарок на конюшню поїхати. У нас ветер сейчас, но не холодно. Уже жарко тоже. Раз бегать буду до банки, я ее не принесу, бо она сильно грязна по бокам. Я? У нас тут все соседи съехались, ну почти все. Да у них сейчас музыка. Камера падает. Не очень удобно, так удобно.
покрасим, потому что у него трохи ржавый. Да и уже голубой надоел. Он ржавый. Туда кисточка почти не достается. Сейчас еще вот эту сеточку с другой стороны. Ну, лайку тут. Все еще. Жарко. Я еще и в штанах. Штаны зимние. Как раз подойдут для 28 градусов. Еще долго красить этот забор. Я только эту дверь полчаса докрашивала. Это что, видео 2 часа должно быть? То не, я не снимала эту дверь уже. С другой стороны докрасил. Честно, мне больше нравилось голубой. Но бабушке надоело. Лучше черный или темно-синий. Скорее всего, черный. А уже ставить синенький. И там, где синяя краска была, она теперь опять жидко стала. Все, я докрасила уже, ну, с этой стороны. И с этой уже позже. Потом включусь. Накрасили мы забор. Уже сняла. Ну, снимаю я сейчас воскресенье. Просто в субботу были еще некоторые дела. Вот у нас с этой стороны так. С той я, наверное, не пройду. Замок висит. Уже и высохло. Вот такой у нас забор получился. Тут даже какие-то листики. Мы посадили здесь цветок. Теперь у нас он один здесь. Там все краска та же осталась. У нас сейчас тепленько. Утром было очень холодно, 12 градусов. Сейчас я просто в кофте, в штанах. А вечером мы в кухайке сидели.
Орехи у нас тут валяются. Наверное, я погуляю пока. Сейчас я возьму, наверное, вот эти ящики. Утренняя зарядка будет. Раз. Не то вот здесь. И этот. Раз барьер будет. Это не хобби-хорсинг, а просто бег с препятствиями. Так, типа. Раз, два. Вот это ящик поломанный. Теперь его попробую достать. Сейчас я его достану, включу. Поставила я его. Теперь берем палки. Палки — это у нас подсолнухи. Просто если другую палку зацепишь, будет типа больно. На эту сразу. Сначала будем прыгать один барьер. Ну, поменьше просто. Это криво будет. Хотя нет. Норм. Переступили и идем. Ну, хотя сначала просто ходим. Типа рысь. Легкий бег. Ну, а потом просто бежим, прыгаем. Ходим по кругу. Легкий бег по кругу. Ну, это не далекий бег. Что-то непонятно. И бежим. Опа. Повысим. Я всегда типа делаю разминку перед прыжками. Ну просто типа стоишь, ноги вот так поднимаешь. В боки просто, чтобы легче было прыгать. Ну да и все. Еще одну палку добавлю. Наверное, маленькая. Вот. Все, поклала ее. Теперь прыгаем два барьера. Выше первый. Вот переступаем. Кое-как.